Приветствую всех, с вами Незирамус, мы продолжаем играть в Minecraft AoDa 2. И я сейчас собираюсь понять, что за чертовщина происходит у меня здесь, почему у меня генерируется некий Elysium Ocean в обычном мире, хотя это должно быть отдельное измерение. Ну, вообще Elysium. Да нет, подземелье вроде обычное. Что-то как-то неправильно какое. Да, подземелье самое обычное. Я думал, я просто предполагал, мало ли, может тут все будет. Вся порода состоять из этого блока, и там руда какая-то своя будет. Нет. Высота. Сталь. Кстати, сталь у меня немного, её стоит добыть, пожалуй. Раз уж я здесь. Нет, тут ничего нет. Просто мне непонятно, почему это так произошло. Может быть, это действительно должен генерироваться этот океан. С этим биомом. Ну, то есть с этим камнем. Не знаю. Ну, что ж поделаешь. Все, 4 лодки. Надеюсь, теперь у меня фиг расфигачу ее. Так, ну в таком случае, раз уж я здесь начал серию, давайте тогда направимся домой прямо в ней, заодно вот осматривая окрестности, вдруг есть хороший биом. Ага, вот, кстати, это уже именно не прогруженные чанки. Но на лодке через океан это делается просто. Так, собачиваемся. Так, я где? Погоди. Посмотреть, есть ли тут что-то интересное. Это просто заброшенная шахта. Просто однажды я таким образом увидел крепость. Но я не знаю, тут она или нет, поэтому... Ну, точнее, тут ее нет. Конкретно в этом разрезе. Так что в любом случае, это уже не важно. Так, я, пожалуй, буду... Нет, с одной стороны хочется вдоль берега, с другой стороны хочется, наоборот, прямо через глубь океана направиться, чтобы был шанс встретить этот грибной остров. Ой-ой-ой, кит. Так, я все-таки около берега поехать. Но пустыни там вряд ли будет. Я чувствую, что там я пустыню не дождусь. Мне это не нравится. Что пустыня мне нужна, а ее нет. Как так, я вообще не понимаю. О, это джунгли. Ну да, те самые мои джунгли. Вот такую петлю проделал маленькую. И такая полоса идет. Даже на максимальном зуме ее видно. И тогда направимся вот вглубь. И вот сейчас где-то повернем в сторону. Хотя нет, зачем в сторону базы? На базу меня ничто не торопит. Сейчас только подгружу. Вот я увидел этот данжен. Он поближе даже, мне кажется, к моей базе, чем другие. И он около суши, поэтому, возможно, тут будет удобно сражаться с теми существами. Давайте направимся до ближайшего берега в ту сторону и посмотрим, что там. Потому что, ну, все-таки надо найти хоть какой-то... Хоть какую-то... пустыню или просто какой-нибудь другой биом. Хотя тут сейчас в этот в лес этот Руфот Форест вмажусь. Тут Deep Ocean. Deep Ocean, хорошо.
Это остров. Это просто остров. Даже ни разу не с грибочками, к сожалению. Потому что грибной остров это уже вещь полезная. Но ее вот без всяких модов и программ отдельных, этот грибной остров найти, это достаточно большая проблема. Я, по-моему, всего несколько раз находил его. И то один раз нашел его, потому что я спавн был на грибном острове. Даже такое бывает. Да. Кстати, грибной остров это очень хороший биом, тем, ну я имею в виду, в обычном Майнкрафте. Тут я не знаю. В общем, в обычном Майнкрафте там в грибном биоме вообще мобы не спавнятся, то есть даже пещера безопасная. Кстати, что за... Почему мне идет эта штука, если мне нужно еду? Я себе как-то сбил, видимо, эту настройку. Она мне воздуха дает дополнительного. Но эту настройку на воздух надо брать, когда я собираюсь под воду. Так. Вот эта стена выросла передо мной. Да, и тут не пахнет никаким биомом. Нормально. Лаги, лаги. Вот крошилось вот здесь. Интересует, что это за белый такой блок. Да ладно тебе. Ты что? Белый песок. Ни на что не нужен. И зачем-то нужен. И вот почему он генерируется в обычном мире? Почему вот столько его? Как будто бы снег даже. Непонятно. Ну, ощущение, что в этом биоме не спаунятся мобы. Интересно, он падает? Да, он падает. Ну, видимо, песок все-таки. Поэтому падает. Кто здесь? Не подходи сюда. Приставочек курица. Но я здесь, опять же, вижу только один лес. Там другой лес есть. Но это все равно лес. Это никакой... Ни пустыня, ни саванна, ни меза или как я там... Равнина, может хоть будет этот, как его зовут, какая-нибудь деревня очередная. Не угадал. Вообще ничего нет. Опять этот Roofed Forest идет. С грибочками, которые... Или это болот? Нет, это все-таки Roofed Forest. Крышованный лес. А нафиг, пойду в шахту. Все равно биомов. В общем, когда я в следующий раз соберусь куда-нибудь
куда-то идти, я уже подсмотрю в какой-нибудь, ну, в Амидсте, скорее всего. Где находятся вообще какие-то биомы у меня. Ну, потому что это вообще не смешно так делать. Даже в шахту не сходишь нормально. Только собрался идти в шахту, тут пещера кончается. Хотя можно понадобывать всякого. Я тут что-то... А, наверное, там что-то добывал. Возможно, я уже на автомате игнорирую медь из Soul Forest. Понятно. В шахту особо не сходим. Придется ждать другую возможность. Отойдем еще дальше. Кстати, что там за биом? Опять Extreme Hills? Что-то у меня вот этих биомов как-то много вокруг. Всяких снежных. Снежных или лесных? Меня это не то чтобы радует, конечно. Нет, биомы это хорошо. Хотелось бы разных биомов, а не одинаковых со всех сторон. Ужас. Ужас. Вот я бы сейчас посмеялся, если бы я помер. Ну, если бы я расшибся, например. Козел. Просто взял и десантировался на меня. Даже непонятно зачем. Определенно. Больше я не хочу таких вот походов бесцельных вообще. Что одинаковый биом вообще со всех сторон. Возможно, даже уже действительно стоит отправиться в сторону базы. Эуч, эуч. Ну как так? Я тоже так умею. Хотя не, до них мне далеко. Вот ты чудище. Ты хоть на что-то годишься? Из него рабульоны можно брать каким-то для чего-то. Каким-то для чего-то. Не верстак оставь. Чё же смыкал верстак? Нет, лужники оставлю, пожалуй. И яблоки оставлю, еда пригодится. Да, не повезло мне вот с этим в этом плане. Погоди. Да, скорее всего, это... придет в чистый океан. Ну тогда отправляемся чисто на базу. Я уже не буду за корову высаживаться. В принципе, сколько бы у меня сейчас там не было уровней доступных, точнее, книжек. И мне все равно еще тростника очень долго выращивать надо будет, чтобы я мог начать создавать себе эту штуку. Тут биом не меняется. Так. А тут остров. А вот тут, возможно... Давайте вот здесь попробуем проехаться. Ну, и, кстати,
Данжи все-таки начали появляться с разных сторон, повсюду. Так что просто у меня поблизости их нет. И на самом деле хорошо, что их прям поблизости у меня нет, вот совсем вот в шаговой доступности. Потому что иначе мне пришлось бы остерегаться этих чудищ. О, крабики. Значит, крабиков я все-таки хочу ушатать. Черт. По-моему, тут два было. Остался один. Либо один куда-то спрятался. Не, походу он заспаунился. Красота. Еще с одного краба надо выбить. И все будет хорошо. Я смогу сделать себе супер-мега пушечку. Ага, тут я не проеду. Значит, надо вот здесь вот объезжать. Ну, давайте тогда объезжать. Я думаю, придем домой и... возможно, будем заканчивать на этом серию. Вот следующую серию, она будет бонусной, я ее посвящу исключительно обработке моего острова в качестве... этой... ну, чтобы добывать на нем всякую фиговину можно было. Ну, не добывать, выращивать, имею в виду. В общем, ферму построю, грубо говоря, что я... чушь несу. Причем ферм нужно будет много под всякие. Я хочу, чтобы у меня было вот этих ферм 9 на 9 минус 1, которые, чтобы у меня их было достаточно нормальное количество под каждую, которую можно выращивать, по крайней мере, которую я знаю. Ну, возможно, я потом буду расширять это количество. Также этих Незервартов, они тоже пригодятся. О, крабики, не, крабик не могу пропустить. Потому что это надежда на мега-пушечку. Хорошее существо. Три краба. Хватит? О, отлично. Мега-пушечку можно будет сделать. Не выпало. Ну, самое главное я сделал. О, там большой кусок опыта. Не стану брать. Как-нибудь без него обойдусь. Курица, иди нафиг. Не надо меня жрать. Особенно, когда я в лодке. Опять карта что-то перерендеривает. Ну, кстати, возможно, я сделаю другой вариант. Я создам копию этого мира, полетаю в креативе, вот просто нагенерирую, чтобы вот эта карта, вот это изображение было заполнено. И будет полная картина мира у меня. При этом основной мир у меня не будет настолько загенерирован, соответственно, не будет настолько огромным. Что, возможно, я так сделаю. Не придумал еще. Хотя, кстати, сказать, если у меня генерируют какие-то левые биомы, вот, например, из Элизиума, то, возможно, Амидст мне и не поможет в этом. Что он, насколько мне известно, он не понимает генерацию, кроме той, которая в ванильном Майнкрафте. Так, в моей базе надо заходить, чтобы я в нее вот так вот входил боком. Кубик земли такой стоит. Ну, мой порталь. Мой замечательный порталь. Да, кит тоже попивай. Да, пожалуй, на этом мы закончим данную серию, я думаю. Черт, там еще одно есть. Нехорошая идея была я там оставлять, возможно, сейчас расфигачу эту. Ну тебя нафиг. Ты какая-то неадекватная.
Теперь надо здесь просто сделать это хранилище, в котором будет сокращена пачка лодок. У меня есть тин. Кстати, и прямо сейчас же я сделаю. Уголь, нужен уголь. Так, погоди. Я забыл, что их скрафтить сначала надо. Таким вот образом. Потом жаливать. О, да. Гениально. Так, нет, это не сюда, это вот сюда. У меня еще железик обжаривается немножко. И сколько хлама. И вот я сколько скидывал и даже не забил один этот сундук. А я их сделал два себе. То есть на очень большой поход этого хватит. Так, тин. Где вот ключик? Я же могу в нем хранить эти лодки. Надеюсь, могу. Иначе будет неловко. Да, можно хранить 10 тысяч штук. Давайте скрафтим вот из всего дуба, который у меня есть. Это не особо нужно, но пускай просто будет прям много. Ой-ё. Я забыл, что вы так генерируетесь. Ну, имею в виду, крафтится постолько много. Ладно. Зато будет такой запас, что они у меня уже никуда не денутся. Смогу просто подойти и взять. Это мне просто уже надоело крафтить каждый раз кучу штук. Так, это чтобы никто не генерировался здесь. Не хочу пластинку ставить вот такую вот. 69 штук. Упороться можно. Что я, видимо, и сделал. Что кто в здравом уме додумался бы крафтить 69 лодок, которыми пользоваться одновременно все равно никто не будет. Где я могу так упороться? Да, сразу сделаю эту штуку. Так, нет. Это здесь... И три зуба. Пил. Все, у меня есть. У меня есть пил. Это замечательно. Ну а на этом я заканчиваю данную серию. В следующей серии я займусь именно что. Просто глобальным усилением своего острова в плане ферм. Даже уже опыт не лезет туда. И когда я закончу, я думаю, мы с вами начнем уже делать себе зачарование для... Ну, под LXP наш. Ладно, в общем, я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч! В следующих сериях.